Теремок ТВ. Школьный автобус готов к отправке. Я школьный автобус Гордон. Моя единственная миссия – охранять детей. Гордон! 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 Нажмите на кнопку, и я примчусь к вам на помощь. С этого момента я всегда буду опекать детей из детского сада «Солнышко». Бип-бип! Па-бам-пам-пам-пам! Друзья, и опоздать нам в школу нельзя. Но автобус наш тут как тут, гордо нам его зовут. Всем он на помощь придет, пожар потушит, если что пропало вернет. Закону служит, по волнам плывет летчик и пилот, и в любой беде спасет. Па-па-па-па-па-па-па-па. Снежный эльф. Давайте посмотрим, чем Гордон и его маленькие друзья занимаются сегодня. Бип-бип! Доброе утро, ребята! Доброе утро, Гордон! Запрыгивайте! Бип-бип! Да! Да, не скрипите! Скрипите, окошко! Быстрее, ребята! Пусти! Подождите меня! Ну что, все пристегнулись? Да, поехали! Автобус Гордон довезет вас в целости. Мы с вами сегодня поедем в горный парк, чтобы немного порисовать. В парке очень красивые вишневые деревья. Вишня? Я люблю вишню. Что вы хотели бы нарисовать? Я хочу нарисовать красивые цветы. Они принцессам очень идут. Мисс Сэнди, я хочу нарисовать динозавра. И я тоже. Я хочу нарисовать снежного эльфа. У него белоснежный мех, пушистый хвостик и острые уши. А еще он, как и я, очень любит вишню. У снежного эльфа есть магические способности. Тому, кто его найдет, он исполнит самое заветное желание. Ух ты! Звучит интересно. Этот снежный эльф по описанию очень похож на Белли, правда? Где же Белли? О, Белли, не ешь мою вишню! Гордон довез всех в целости и невредимости, бип-бип! Дети, пора выходить из автобуса! Хорошо, мисс Сэнди! Не торопитесь, осторожней! Ладно, всем хорошего дня! Я поехал! Бип-бип! Большое спасибо, Гордон! Пока-пока, ребята! Пока, Гордон! Я закончил динозавра! Мисс Сэнди, посмотрите, какая машина! А я нарисовала цветы! И у меня, посмотрите! Ребята, вы просто молодцы! А ты что рисуешь, Панди? Я рисую снежного эльфа. Никаких снежных эльфов не бывает. Неправда! Снежный эльф существует! Дети, Гордон скоро за нами приедет. Собирайте ваши вещи, а я, пожалуй, пойду помою кисточки. Хорошо, мисс Сэнди! Эй, Панди, ты куда забрался? Ой, за своей вишенкой! Ух ты! Белоснежный мех, острые ушки, вокруг разбросаны вишенки. Это снежный эльф! Там снежный эльф!
Мы готовы ехать? А? Не хватает еще двоих. А? Куда делись Добби и Панди? Дети, я готов везти вас домой! Пип-пип! Гордон приехал! Я к вам очень торопился! Гордон, нам уже пора ехать! Но мы не знаем, куда пропали Добби и Панди! Не волнуйтесь! Активировать анализатор! Найти Панди и Добби! Обыскать весь парк! Кажется, я нашел их следы! О, нет! Там неподалеку крутой обрыв! Нужно спасти их прямо сейчас! Не переживайте, мисс Сэнди! Предоставьте это мне! Пип-пип! Устройство нанотрансформации активировано! Автобус Гордон трансформируется! Добби и Панди пропали. Для экстренного поиска нам понадобится самолет! Гордон трансформируется! Теперь я Гордон самолет! Гордон, пожалуйста, доставь их как можно скорее! Же ты, снежный эльф! Я хочу загадать желание! Ух ты! Вы что, нашли дом снежного эльфа? Добби, пойдем посмотрим! Панди, я его вижу! А, давай заберемся в бревно и поймаем его! Отличная идея! Уже темнеет. Я должен найти Добби и Панди как можно скорее. Активировать анализатор. Бип-бип. Вот две пары следов. Это следы Добби и Панди. Если я полечу по этим следам, я их быстро найду. Я, кажется, застрял! Подожди чуть-чуть, Панди! Добби! Я все еще не могу пошевелиться! Снежный эльф! Я тебя нашел! О, нет, Добби! Снежный эльф убегает! Я этим займусь! Он вон там! Снежный эльф, я уже иду! Ой! Панди, кому вы хотите помочь? Пожалуйста, Гордон, спаси снежного эльфа! Он существует? Да, Гордон, он точно такой же, как описан в книжке! Понятно. Предоставь это мне, Панди, бип-бип! Мы хотим спасать эльфа с тобой! Да, Гордон! Мы сформируем спасательный отряд и все вместе спасем снежного эльфа! Ура! Ура! Спасательный отряд на старт! Бревно. Активировать анализатор. Снежный эльф внутри бревна. На помощь! Запустить помощник самолета. Оно катится слишком быстро. О нет, оно почти у обрыва. Снежный эльф, берегись! О, снежный эльф! Застряла между скал. Я тебя вытащу, снежный эльф. Спасательный крюк.
думал, мы нашли снежного эльфа. У нас есть Гордон. Гордон тоже классный. Ну да. Но Гордон не сможет исполнить заветные мечты моего животика. Вот бы снежный эльф правда существовал. Тогда у меня было бы много-много разных вкусняшек. О! Ух ты! Белли! Вишенка! Ты и правда снежный эльф! Эй, охранять вас, ребята, моя работа! Бип-бип! Эй! Итак, детки, на свете существует много всяких легенд. Их так интересно изучать и исследовать. Мисс Сэнди, а какие мы должны соблюдать меры предосторожности во время своих исследований? Мы должны предупредить заранее родителей и учителя, исследовать местность только в компании взрослых и обращаться к ним в случае трудностей. Понятно. Если с нами взрослые, можно безопасно исследовать мир вокруг. Бип-бип! На сегодня все. Всем пока! До скорых встреч! До скорых встреч! Животик панди! Давайте посмотрим, чем Гордон и его маленькие друзья занимаются сегодня. Бип-бип! Доброе утро, ребята! Доброе утро, Гордон! Запрыгивайте! Бип-бип! Да! Да, быстрее! Я хочу сесть у окошка! Быстрее, ребят! Пусти! Подождите меня! Ну что, все пристегнулись? Да, поехали! Автобус Гордон довезет вас в целости и невредимости! Бип-бип! Давай, панди, давай, панди, давай, панди! На полный желудок всегда хорошо играется. Сегодняшняя игра точно за тобой, панди. Лови мяч! Хорошо, Добби! Ух ты! Слышал, вы, ребята, обсуждаете игру? Во что будете играть? У нас футбольный матч, Гордон! Сегодня после обеда с панди наша команда точно победит! Угу! Да перестань, Добби! Команда Дина никогда не проиграет! Ой, панди, а ты помыл руки перед едой? А еще надо стерилизовать приборы при высокой температуре, иначе бактерии попадут в животик. Понятно, Гордон. В следующий раз я буду осторожней. Доброе утро, мисс Сэнди! Доброе утро, Гордон! Гордон довез всех в целости и невредимости! Ура! Приехали! Ура! 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 Доброе утро, мисс Сэнди! Доброе утро, ребята! Ладно, всем хорошего дня! Я поехал! Бип-бип! Большое тебе спасибо, Гордон! Пока-пока, ребята! Пока, Гордон! Ребята, вы готовы? Внимание! Панди! Эй! Панди! Самый доблестный нападающий команды Добби вырывается вперед! Супер удар! Команда Добби получает очко! Ура! Гол! Ура! Панди, это все потому, что ты хорошо поел. У меня еще полно сил, Добби. Мы точно победим. Я тебя не пропущу. Динозавр! Мяч у меня! Абу, тебе меня не остановить! Мегаудар панди! Ой, 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 ой,
порядке? Панди, что случилось? Ты сильно ушибся? У меня разболелся животик. Может, я просто голодный? Я немного перекушу, чтобы восстановить энергию, а потом разберусь с ними. Панди, перед едой надо обязательно помыть руки. Мисс Энди, я уже мыл сегодня руки. Я снова полон сил! Эй! Команда Дина получает очко! О! Играем дальше! Ой! Ай! О! Ай! Панди, просыпайся! А? Эй! Добби гол! Нет! Игра окончена! Победила команда Дина! Ура! Это было просто ужасно, Панди! Панди, что с тобой? Мой животик болит! Очень сильно болит! Панди, что случилось? Мой животик болит! Он очень сильно болит! Вызывал Гордона! Гордон, у Панди разболелся животик! Нам нужна твоя помощь! Принято! Школьный автобус Гордон спешит на помощь! Устройство нанотрансформации активировано. Автобус Гордон трансформируется. Панди заболел. Для этой спасательной операции понадобится машина скорой помощи. Гордон трансформируется. Теперь я Гордон скорая помощь. Панди, не бойся! Ой, Гордон уже едет! Доктор Гордон, к спасению готов! Бип-бип! Гордон, Панди жалуется на боль в животике! Не волнуйтесь! Доктор Гордон всех спасет! Бип-бип! Панди, скорее ложись на кушетку! Хорошо! Ничего не бойся, Панди! Доктор Гордон сейчас тебя вылечит! Активировать анализатор, бип-бип. У Панди действительно проблемы с животиком. Скорее всего, из-за того, что он поел немытых продуктов. Будет сложновато. Нам понадобится специальное лечение. Луч-стерилизатор животика. От него может захотеться спать. Отдыхай, Панди. Ой! Ух ты! Какая большая ножка! Тортик, пудинг, шоколадка! Ух ты! Это что, королевство еды? Панди, мы у тебя в животике! Бип-бип! О, у меня в животике? Все, что ты ешь, попадает сюда из того отверстия, а потом отправляется дальше, чтобы перевариться. Панди, ты съел слишком много вкусняшек, поэтому твой животик и разболелся. Давай очистим здесь все. Тогда тебе сразу станет лучше. Анализируй обстановку. А? Пищеварительное отверстие заблокировано. Бип-бип. О, упаковка от шоколадки. Панди, не надо есть упаковки от конфет. Это вызывает несварение и боли в животике. Гордон, я случайно ее съел. Случайно. Предоставь это мне. И в следующий раз упаковку не ешь. Ну
что, давай все расчищать и освобождать от лишней еды. Угу. А? Что это? Я разве это ел? Не помню такого. Надо убрать это. Это бактерия! Она может появиться в животике, когда ешь немытыми руками! Здравствуйте, мистер Бактерия! Вы такой высокий! Не волнуйся, Панди! Доктор Гордон тебе поможет! Запустить стерилизатор, Пеппи! Ты в порядке, Панди? В порядке! Мне даже понравилось кататься! Панди, запрыгивай! Гордон, меня мотает из стороны в сторону! Надо придумать, как остановить его! Как весело! Гордон, ты же утром говорил, что высокая температура убивает бактерии! И надо стерилизовать приборы при высокой температуре! Иначе бактерии попадут в животик. Точно! Как я мог забыть? Анализатор, найди инструменты для стерилизации. Пылесос? Нет. Самокат? Тоже нет. Горячий стерильный луч? Да, то, что нужно. Теперь дело за мной. Сработало, Гордон! Ты уничтожил! Бактерии ультрафиолетовым лучом. Ультрафиолет на определенных частотах может уничтожать бактерии. Бип-бип. А мне приснилось, что мы с Гордоном уничтожили короля бактерий. Было очень здорово. В следующий раз, во время перекуса, не ешь так много вкусняшек. Да, и почаще мой руки. Бип-бип. Да, я больше не пущу короля бактерий в мой животик. Эй! Итак, дети, каждый день нужно заботиться о своем питании и гигиене. Иначе можно попасть под атаку короля бактерий. Мисс Энди, как же нам защитить себя от атаки этого коварного короля бактерий? Регулярно мойте руки и вовремя меняйте одежду на чистую. Не стоит быть неряхами. Понятно. Если поддерживать личную гигиену, никакой король бактерий вам будет не страшен, бип-бип. На сегодня все. Всем пока. До скорых встреч. Пока. До скорых встреч. Лесные монстры. Давайте посмотрим, чем Гордон и его маленькие друзья занимаются сегодня. Бип-бип. Доброе утро, ребята. Доброе утро, Гордон. Запрыгивайте, бип-бип. Да. Да, быстрее. Я очень чистую окошко. Быстрее, ребят. Пусти. Эй, подождите меня. Ну что, все пристегнулись? Да, поехали. Автобус Гордон довезет вас в целости и невредимости. Бип-бип. Дети, мы скоро приедем в лесной парк. Ура! Ура! Здорово! Здорово! Мисс Энди! Что такое, Мисс Сиси? Энди, я не хочу гулять в лесу. Говорят, там водятся лесные монстры. Монстры? Мисс Энди, я хочу домой. Монстры, и я хочу домой. Дети, не бойтесь. Все истории про монстров – выдумка. Лесной парк абсолютно безопасен. Там нет монстров. Не бойтесь, малыши. Я смогу вас защитить. Бип-бип. Давайте я включу вашу любимую песню. Ля-ля-ля. Бу-бу-бу.
Они все боятся монстров. У меня есть идея. Кайл, Кайл, давай напугаем их сегодня. Давай! А вот и лесной парк. Гордон довез всех в целости и невредимости. Бип-бип. Дети, пора выходить из автобуса. Хорошо, мисс Энди! Не торопитесь, осторожней. Ладно, всем хорошего дня. Большое тебе спасибо, Гордон. Пока-пока, ребята. Пока, Гордон. Дети, вот здесь безопасная зона. Не отходите слишком далеко, это может быть опасно. Хорошо? Хорошо, мисс Энди. Наш день на природе начинается, ребята. Ура! Здорово! Дети, давайте рассказывать истории. Давайте! Мисс Энди, можно я начну? У меня есть история. Хорошо, давайте все сядем и послушаем историю Бобби. Ура! 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 Однажды жил-был в темном лесу ужасный монстр. Он был огромный, как вон та гора. А рука у него была длинная, как дерево. А глаза у него были большие и яркие. А шаги его отдавались громким стуком. Ой. Бум-бум-бум! Он прячется в лесу и поджидает заблудившихся малышей. Что это за звук? А потом съедает их в один присест. Твоя история такая интересная. А мне не понравилась история. А вы все трусишки. Бобби, Кайл, история просто отличная. Но не стоит так пугать своих друзей. Это же невежливо. Понятно, мисс Энди. Уже довольно поздно. Расходитесь по своим палаткам и готовьтесь ко сну. Плохие мальчишки нас напугали. Не будем с ними играть. Да они просто трусишки. Это точно. Спокойной ночи, детки. Спокойной ночи, Энди! Давай быстрее, Кайл, мне срочно надо в туалет. Я уже иду, подожди меня. Бобби, давай быстрее. Где тут туалет? Почему голова такая тяжелая? Быстрее, Кайл! Я спать хочу. Мне гораздо лучше. Ой! Что это за звук? Это что, монстр? Это просто птичка. Какой ты пугливый. На свете не бывает никаких монстров. Их придумали, чтобы рассказывать страшные истории маленьким детям. Пошли уже спать. Как же кружится голова. Это монстр! Бобби, Кайл, куда вы побежали? Мисс Энди сказала не уходить в лес далеко. Помогите! Помогите! Спасите! Эй, подождите! Стойте! Это я, Добби! Куда они делись? Монстр вроде отстал. Он так напугал меня. Не толкай меня, Кайл. Я так устал. Я сказал, что устал. Не толкай меня. Что я? Монстр! Мисс Энди, они побежали туда. Надо их найти. Хорошо, Добби. Тогда пойдем поищем их. Бобби! Кайл!
Я видел, как они побежали сюда. Где же они? А! Помогите, монстр! А? Не бойся, Добби. Это просто дерево странной формы, а никакой не монстр. А? Добби, смотри, мусорный бак перевернулся. И на склоне след. Это, наверное, Бобби и Кайл. Они теперь никогда не вернутся. Давай скорее вызовем Гордона. Гордон, Бобби и Кайл скатились вниз по склону. Нам нужна твоя помощь. Принято. Школьный автобус Гордон спешит на помощь. Пип-пип. Устройство нанотрансформации активировано. Автобус Гордон трансформируется. Бобби и Кайл скатились по склону вниз. Для спасательной операции нам понадобится полицейская машина! Гордон трансформируется! Теперь я Гордон, полицейская машина! Гордон! Полицейский Гордон готов всех спасать, бип-бип! Гордон, кажется, Бобби и Кайл скатились вниз по этому склону. Найди их, пожалуйста. Хорошо. Полицейский Гордон, приступить к поискам Бобби и Кайла. О, я их нашел! Мисс Сэнди, Добби, не волнуйтесь, я мигом доставлю их обратно. Приготовиться к спасению, бип-бип! Гордон, будь осторожен! Бобби, куда это мы попали? Кажется, мы опять идем не в ту сторону. Мне так страшно! Это еще что? Ой-ой-ой-ой! Большие и яркие глаза! И очень шумно надвигается! Съезд заблудившегося малыша в один приезд! Радар показывает, что Бобби и Кайл где-то поблизости. А? Почему Бобби и Кайл бегут все быстрее? Мне срочно надо их догнать! Чуть не догнал. Кайл, я не могу так больше бежать. Давай спрячемся. Давай! Бобби и Кайл наконец-то перестали бежать. Так. Радар показывает, что они прямо здесь. Но где же они? Я придумал. Они сами ко мне выйдут. Бип-бип. Не ешь меня. Не ешь меня. Кайл, слышишь? Музыка заиграла. Это же наша любимая песня! Гордон нас спасет! Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Гордон! Гордон! Бобби! Кайл! Гордон, ты должен победить монстра! У него большие и яркие глаза, а еще он громко шумит! Он хочет нас съесть! Монстр? А, примерно такой! Это был Гордон, а никакой не монстр! Ура! Гордон, Бобби и Кайл возвращаются! Мисс Энди! Это же полицейский Гордон! Он здесь! Мисс Энди! Мисс Энди! Бобби, Кайл, вы не пострадали? Отлично! Я рада, что вы в порядке. Спасибо, Гордон! Эй, охранять вас, ребята, моя работа! Бип-бип! Бобби, Кайл! На самом деле монстром был я. Я не хотел вас напугать. А? Так это ты монстр? И ты нас прости, нам не надо было рассказывать страшные истории. Ничего страшного, если вы допустили ошибку. Особенно, если вы ее осознали и исправили. Понятно! Эй! Итак, дети...
По-доброму подшучивать над друзьями, конечно, можно. Но надо всегда соблюдать рамки. Как же нам это сделать, мисс Сэнди? Мы должны быть всегда вежливы и добры, когда планируем какой-то розыгрыш. А если вдруг возникнет недопонимание, необходимо объясниться. Понятно. Попробуйте посмотреть на свой розыгрыш глазами того, кого будете разыгрывать. Бип-бип. На сегодня все. Всем пока. До скорых встреч. Пока. До скорых встреч! Катание на коньках. Давайте посмотрим, чем Гордон и его маленькие друзья занимаются сегодня. Бип-бип! Доброе утро, ребята! Доброе утро, Гордон! Запрыгивайте! Бип-бип! Да! Да, быстрее! Смотрите, идем, кошка! Быстрее, ребята! Пусти! Эй, подождите меня! Ну что, все пристегнулись? Да, поехали! Автобус Гордон довезет вас в целости и невредимости! Бип-бип! Скажите, все взяли с собой коньки? Да, мы взяли! Взяли! Кстати, я катаюсь на коньках лучше всех! А я выигрывал призы за катание на коньках! Ух ты! Ого, Бобби, ты такой классный! А ты меня научишь, Бобби? Ух ты! И я с вами хочу, бип-бип! Гордон, ты не можешь кататься! У тебя даже коньков нет! Что ж, тогда мне просто надо обновить свое оборудование. А вот и озеро Бенсинь. Гордон довез всех в целости и невредимости, бип-бип. Ух ты! Бобби, помедленнее, будь осторожен. Не волнуйтесь, мисс Сэнди, я буду кататься недалеко от берега. Воу! Бобби, не приближайся к середине озера! Да, мисс Сэнди! Дети, кататься можно только возле берега. Для нашей безопасности на середине озера установлен специальный запрещающий знак, потому что там лед тоньше. Понятно, мисс Сэнди! Можете начать кататься, как будете готовы. Ура! Мисс Сэнди! А? Абу, что такое? Мисс Сэнди, я не умею кататься на коньках. Давай я тебя научу, Абу. Сначала надо поймать равновесие. Угу. Вот это да, Кайл. Ты можешь стоять на одной ноге. Эх! Ух ты! Бобби может ехать спиной вперед! Бобби, научи меня! И меня! Научу! Ух ты! Добби! Ты такой классный! Я могу и покруче! Могу крутиться на месте! Ух ты! Ух ты, как здорово! Теперь вы знаете, как я умею! Вот это да, Добби! А? Ух ты! Ты слишком медленный, Бобби! Я могу и быстрее! Столько звездочек! А на одной ноге ты кататься умеешь? Да легко! А теперь аксель! Я тоже так могу. Эй! Давай еще раз. Давай. Кто быстрее доедет туда? Кто первый доберется до того дерева, тот и выиграл. Ну, что скажешь, Добби? Или ты струсил? Поехали! Еще раз повторяю правила. Кто первый доедет до того дерева, тот и выиграл. Я все равно приду первым, Бобби. Посмотрим, ты проиграешь. Внимание! Марш! Ух ты!
Что ты на это скажешь? В плане скорости я... Бобби, я впереди! Добби, я тебя догоню! О, нет! Я случайно попал на середину озера! Все в порядке. Я аж напугался. Если я поеду напрямик, путь получится короче, и я смогу обогнать Добби. Я смогу обогнать Добби! Где же Бобби? Я тебя обгоняю, Добби! Бобби, так нечестно! Бобби, осторожнее! Лед треснул! Кажется, мисс Энди была права. Лед в центре озера и правда тоньше! Бобби! Мисс Энди! Си-си, сначала. Мисс Энди! Бобби застрял на льдине в центре озера! Лед треснул! Оставайся на месте, Бобби! Мы скоро тебя спасем! Хорошо, мисс Энди, я не буду двигаться. Дети, возвращайтесь на берег. Здесь опасно. Хорошо, мисс Энди! Вызываю Гордона. Всем привет! Я готов кататься на коньках! Гордон, Бобби на отколовшейся льдине! Гордон, я буду стоять здесь и ждать спасения. Ты молодец, Бобби! А нам теперь надо связаться с папой Гордона! Устройство нанотрансформации активировано. Автобус Гордон трансформируется. Лед треснул, а Бобби застрял в центре озера. Для операции на воде нам понадобится спасательная лодка! Гордон трансформируется! Теперь я Гордон, спасательная лодка! Капитан Гордон спешит на помощь! Бип-бип! Вода замерзла. Капитан Гордон не может двигаться. Ага, можно использовать мое новое оборудование для катания на льду. Многофункциональные санки и заполз. Ух ты! Гордон, смотри, какие! Капитан Гордон спешит на помощь. Бип-бип. Эй, Бобби, я уже иду. Лед очень тонкий и легко может треснуть. Не подходит для катания на коньках. Это не важно. Гордон обязательно что-нибудь придумает. Бобби прав. Я могу попробовать что-то еще. Спасательный круг, запуск. Бип-бип. А это не так просто. О, есть идея. У тебя есть идея, Гордон? Да, переключаюсь в режим подлодки. Раз я не могу передвигаться по воде, попробую проплыть под водой. Ух ты! Гордон, залезай внутрь, Бобби! Бип-бип! Угу. Готов, Бобби? Мы возвращаемся к берегу! Активировать анализатор! Здесь полно обломков льда. Мы не сможем пройти, бип-бип. Добраться до берега под водой мы тоже не сможем. А теперь аксель!
Ага, Гордон, попробуй сделать аксель. О, аксель. Ты же сможешь, Гордон? Ну же. Бобби, а что такое аксель? Ты сможешь меня научить, как его делать? Сначала надо взять большой разгон, хорошенько набрать скорость и прыгнуть. Сделать оборот на 360 градусов и приземлиться. Вот и все. Ага. Мы попробуем набрать скорость под водой и прыгнем. Только надо рассчитать точку приземления. Бобби, ты готов? Да, Гордон, давай вернемся на берег. Вперед! Согласно анализу, мы достигли отправной точки. Тогда мы готовы! Что делают Гордон и Бобби? Почему они не поднимаются? Ой, смотрите туда! А теперь аксель! Вот и туда! Мы достигли наивысшей точки! Пора! Многофункциональные санки, запуск! Мы сделали это! Охранять вас, ребята, моя работа! Бип-бип! Бобби! Это же было так опасно! Я не подумал, что лед правда треснет. Ух ты, Бобби! Аксель, который вы с Гордоном сделали, был такой классный! Правда? Очень классный! Мы с Гордоном вместе сделали аксель. Самый классный аксель на свете! Эй! Итак, дети, будьте осторожны во время катания на коньках. Мисс Энди, как же нам себя обезопасить на льду? Внимательно следите за предупреждающими знаками и никогда не катайтесь, если лед слишком тонкий. Понятно. Будьте осторожны во время катания на коньках и держитесь подальше от тонкого льда, бип-бип. На сегодня все. Всем пока. До скорых встреч! До скорых встреч! Спасение чайки! Давайте посмотрим, чем Гордон и его маленькие друзья занимаются сегодня. Бип-бип! Доброе утро, ребята! Доброе утро, Гордон! Запрыгивайте, бип-бип! Да! Да, мы хотим еще окошко! Быстрее, ребята! Пусти! Ты подождите готовы. Меня! Ну что, все пристегнулись? Да, поехали! Автобус Гордон довезет вас в целости и невредимости, бип-бип! Сегодня Всемирный день окружающей среды. Мисс Энди, скажите, куда же мы едем? Дети, мы едем на пляж собирать мусор. Ух ты, мисс Энди, в книге написано, что рядом с морем много больших птиц. Они прям как летающие динозавры. Ух ты, динозавр! Я хочу поиграть с динозавром! Бобби, Кайл, сегодняшняя миссия – очистить наш пляж от мусора, а не игры. А? Убирать мусор? Охранять окружающую среду – важное дело для каждого. Мисс Энди, я могу присоединиться? Конечно! Нам пригодится твоя помощь, Гордон. Мисс Энди, и я помогу! И я! Ну вот, а я хотел поиграть на пляже. Гордон довез всех в целости и невредимости, бип-бип! Дети, пора выходить из автобуса. Хорошо, мисс Энди. Не торопитесь, осторожней. А я с радостью к вам сегодня присоединюсь. До скорой встречи, ребята. Пока. Детки, надевайте маски и перчатки. Акция по очищению нашего пляжа начинается. Вы готовы? Да, мы готовы. Я тоже готов! Я буду отвозить мусор, который вы соберете. Бип-бип! Ну вот, здесь так много мусора. Мы так никогда не закончим. А?
Ух ты, смотри, Бобби! Что это такое? Они так высоко летят! Кайл, это же летающие динозавры! Динозавр! Динозавр! Бобби, Кайл, это же просто чайки! Никакие не динозавры! Чайки? Чайки – это такие морские птицы. Они питаются рыбой, креветками и маленькими крабами на берегу. Чайки ищут еду на пляже. Но если они случайно съедят какой-нибудь мусор, будет очень плохо. Ой, они же… Они же могут подавиться! Какие бедняжки! Да! Хорошо. Сегодня у нас есть шанс сохранить побережье нашими действиями. Понятно. Ради чаек боевой корабль Добби принимается за работу. Боевой корабль Панди тоже готов. Давайте вместе сохраним морской берег. Давайте! Ну когда это уже закончится? Я хочу играть с чайками. Давай быстрее соберем мусор, тогда мы сможем поиграть с чайками. Эй, оп, опа, оп, и оп. Я устал. Бобби, тут рыбные консервы. А? Фу, от нее так воняет. Не неси ее сюда. Мешок полный. Я не потащу ее. А что же нам тогда делать? Эта сардина такая вонючая. А, Кайл, иди за мной. Отлично! Ура! Вонючей банки больше нет! А теперь пошли играть с чайками! Чайка! Где же ты? Ух ты! Чайка! Ой, чайка запуталась в мусоре! Нет, чайка, не ешь это, подожди! Чайка, не бойся, я тебе помогу! Ай, не надо меня клевать, я хочу помочь! Бобби! Ай! Бобби! Ай, не надо, помогите! О, банановая кожура! Она так воняет! Добби, смотри, я нашел вонючий носок! Панди, убери его от меня! Мисс Энди! Гордо! Кайл! Бобби в опасности! Не надо, помогите! О, нет, Бобби в опасности! Бип-бип! Не надо, отстань! Гордон! Ты в порядке, Бобби? Я в порядке, но вот чайка запуталась в мусоре. Предоставь это мне! Школьный автобус Гордон всех спасет! Устройство нанотрансформации активировано. Автобус Гордон трансформируется. Запуталась в мусоре. Для воздушной операции нам понадобится самолет! Гордон трансформируется! Гордон
пошел. Чайка впереди меня. Активировать анализатор. Чайка летит как-то странно. Начать анализ. Крылья чайки связаны каким-то мусором. Из-за этого она очень странно летит. Да я тебе помогу. Помощник самолета, надо поймать эту чайку. Запуск! А? Как же так? Давай еще раз. Бип-бип. Запуск! О! Анализатор, рассчитай траекторию полета чайки. Бип-бип. Отследить полет чайки. Траектория подтверждена. В этот раз у меня получится. Запуск! Ой! О, о нет! Что же делать? Запустить парашют. Кажется, все в порядке. Бип-бип. Мисс Энди, с чайкой все будет хорошо. Не волнуйся, Бобби. Мы должны доверять Гордону. У-ху! Мы вернулись! Бип-бип! Ой, это самолет Гордон! Самолет Гордон прилетел! Прости меня, чайка. Я должен собирать мусор внимательнее. И меня прости, чайка. Большое спасибо, Гордон! Охранять вас, ребята, моя работа! Бип-бип! Бобби, давай позаботимся об окружающей среде и защитим чаек и других животных от мусора. Хорошо, мисс Сэнди. Пока-пока, чайка. Давайте продолжим нашу работу по охране окружающей среды. Да! Итак, дети, наша матушка природа любит хорошо выглядеть, а мы должны сохранять ее чистоту и красоту. Мисс Энди, как же мы можем помочь нашей матушке природе? Экономьте ресурсы и сокращайте потребление земных ресурсов в повседневной жизни. Например, бумаги, воды, топлива и так далее. Попробуйте сократить количество мусора и никогда не разбрасывайте его где попало. И, наконец, мы должны сажать деревья и сами убирать мусор. Тогда наша матушка-природа вновь станет прекрасной. Понятно. Сохранять улыбку на лице нашей матушки-природы – важная задача для каждого жителя Земли. Бип-бип. На сегодня все. Всем пока. До скорых встреч! До скорых встреч! Надувной замок. Давайте посмотрим, чем Гордон и его маленькие друзья занимаются сегодня. Бип-бип! Доброе утро, ребята! Доброе утро, Гордон! Запрыгивайте! Бип-бип! Да! Да, сестри! Я влечу еще, кошка! Смотри, ребят! Пусти! Подождите меня! Ну что, все пристегнулись? Да! Поехали! Автобус Гордон довезет вас в целости и невредимости! Бип-бип! Дети! А вы знаете, куда мы поедем сегодня? Парк развлечений! Да, там появился новый надувной замок. И мы будем в нем играть в разные игры. Мисс Энди! Мисс Энди! Я хочу поиграть в этом замке! Сиси, давай поиграем в этом замке в прекрасных принцесс, ладно? Хорошо, Дизи! Кэрри, а ты будешь играть с нами? А? Дизи, Сиси, я хочу... почитать книжку.
Ух ты! Кэрри так сильно любит читать, бип-бип. Читать – это хорошо, но надо не забывать про физическую активность. И помните, что внутри надувного замка воздух, поэтому он довольно хрупкий, и туда не стоит брать острые предметы. Все понятно, Гордон! Гордон довез всех в целости и невредимости, бип-бип! Дети, пора выходить из автобуса. Хорошо, мисс Энди! Ура, ура, ура! Не торопитесь, осторожней. Ладно, хорошего всем дня. А мне пора принять пенную ванну. Так что я поехал, бип-бип. Большое спасибо, Гордон! Пока-пока, ребята! Пока, Гордон! Папа, это же надувной замок, пойдем туда. Все, дети, мы пришли. Надувной замок уже идем! Ребята, не бегите так быстро. Будьте осторожны. Теперь я могу раскрасить волшебный сказочный мир. Как здорово! Вот здесь, в сказочном мире, живут эльфы. У них есть милый маленький домик. Они зажигают горелку и готовятся взлететь в небо на большом красном воздушном шаре. Они пролетают над красивой деревней, волшебным морем цветов, над широким полем и синим морем. И над многими другими местами в сказочном мире. Какой замечательный у них воздушный шар! Прости, Кэрри! К счастью, карандаш не сломался! Привет, принцесса Кэрри! Пойдем с нами в замок принцесс! Но я еще не закончила раскрашивать книжку, а потом я хочу почитать. Кэрри, важно не только учиться, но и заниматься физическими упражнениями. Кэрри, пойдем! Кэрри, пойдем! Си-си-си, я хочу почитать! Принцесса Кэрри, твоя очередь! Простите, девочки, я не нарочно. А что это за звук? Давайте поиграем в нашествие динозавров. Мы не хотим в это играть. Кого мы поймаем, тот станет динозавром. Читать книжку! Хватит за и мы хотим поиграть в динозавра! Ага! На этот раз вам не убежать! Надувной замок превращается в карусель. Что случилось? Дети, выходите скорее! С надувным замком что-то не так! Корона сейчас упадет! Оставайтесь с командой Дина, ребята! Давайте выбираться! Добби, Абу, Панди, скорее в безопасное место! Отсюда. Но я так боюсь спускаться! Что? Мы тебя здесь не оставим! Давайте скорее сюда! А где же наши девочки? Они еще не спустились? Мисс Энди, Дизи, Кэрри и Си-Си все еще в замке! Мы их там видели! Мисс Энди, мы здесь! Мисс Энди, мы боимся спускаться сами! О нет! Они в ловушке! Надо попросить Гордона помочь! Вызываю Гордона! А вот и я!
Смотрите, надувной замок сдувается. Там дети в ловушке. Гордон, Гордон, мы боимся спускаться. Принято. Школьный автобус Гордон спешит на помощь. Пип-пип. Устройство нанотрансформации активировано. Автобус Гордон трансформируется. Надувной замок сдувается. Дети в ловушке. Для экстренной помощи нам понадобится пожарная машина. Гордон трансформируется. Теперь я Гордон, пожарная машина. Нам так жаль. Мы проверим надувной замок и найдем, откуда выходит воздух. Девочки, оставайтесь там! Гордон уже в пути! Это пожарный Гордон! Пожарный Гордон спешит на помощь! Бип-бип! Гордон, дети не могут выбраться из замка! Гордон, ты уже здесь! О, Дизи! Си-си! Ничего не бойтесь! Мне понадобится ваша помощь, мисс Сэнди! Гордон! Мы останемся здесь и будем тебя ждать! Не бойтесь, девочки! Скоро вы будете в безопасности! Выдвижная лестница, запуск! Мисс Сэнди! Дети, выдвижная лестница безопасна! Идите скорее сюда! Хорошо, мисс Сэнди! Дизи, Си-Си, сначала вы. Большое спасибо, Кэрри. Дизи, скорее сюда. Ой, что такое? Кажется, замок падает. О, активировать анализатор. Анализ завершен. Карандаш проткнул надувной замок. Руки помощники пожарного. Экстренный запуск. Я пока буду держать надувной замок, потом починю его. Главное, чтобы дети успели спуститься на выдвижной лестнице. Забирайтесь скорее. Угу. А? Это же мой карандаш. А? Ой, Кэрри, не делай этого! О, нет! Сэнди! Девочки, вы в порядке? В порядке! Простите, это мой карандаш проткнул надувной замок. Главное, что с вами все в порядке. Теперь нужно как-то стабилизировать сам надувной замок. Активировать анализатор! Мне надо понять, как же стабилизировать замок. Понял! Надо выключить насос, тогда воздух не будет выходить так быстро. Сэр, вы могли бы выключить насос? А, хорошо, Гордон. В замке все равно слишком много воздуха. Быстро его не стабилизировать. Эй, пожарный Гордон, соберись! Я смогу! Нужно стабилизировать этот замок, иначе могут пострадать остальные аттракционы парка развлечений. Давай! Вперед, Гордон! Он все еще трясется! Наших сил недостаточно! Дети, давайте вместе подбодрим их! Давай, давай, давай! Спасибо, Гордон! Охранять вас, ребята, моя работа! Мисс Сэнди, я не должна была брать карандаш в надувной замок. Кэрри, дорогая, желание читать и учиться прекрасно, но стоит быть осторожной, когда играешь в подвижные игры. Хорошо, мисс Сэнди. Скорее смотрите! Ха-ха!
Мы починили замок, дети, веселитесь! Здорово! Мисс Энди, в этот раз я не буду брать с собой ничего острого. Ты молодец, Кэрри. Подождите меня! Эй! Итак, дети, не стоит брать с собой острые предметы, когда идете играть в надувной замок. Мисс Энди, а какие предметы могут быть острыми? Например, ручка или карандаш, игрушка или какие-то мелкие предметы. Они могут проколоть надувной замок. Понятно. Острые предметы могут навредить надувному замку, а это очень опасно. Беп-беп. На сегодня все. Всем пока. До скорых встреч. Пока. До скорых встреч. Переведено и озвучено студией The Kitchen Russia по заказу CLS Media в 2021 году. Как же вместе здорово мчаться прямо на урок. А автобус Гордон поспешит, без него не прозвенит звонок. Па-па-пам-па-пам-пам. Все поможет! Только он, па-па-пам-па-пам-пам. Еще сможет! Только он, Гордон, наш герой. Гордон, 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 Гордон к нам спешит. Защитит, поддержит или рассмешит. С Гордоном нас много приключений ждет. Мы к ним летим вперед.